Ну что ж, друзья, мы наконец-таки готовы пройти эту игру до конца. Нам осталось буквально чуть-чуть. Мы в прошлой серии уже прошли много в этих пещерах, поизучали. И сейчас мы должны просто осилить и пройти эту игру до конца. Но, как вы знаете, точнее, как вы знаете по прошлой серии, здесь очень все запутано. О боже, что происходит? О боже мой. Как наш персонаж еще выжил после такого? Как он выжил после такого? О господи. О боже, я очень сильно испугался. Я даже не предполагал, что сейчас нас вот так вот все произойдет. О господи, так. Здесь какая-то записка. О, давайте прочитаем. Запись устных показаний Бориса В., 5-летнего мальчика, который, возможно, подвергся воздействию неизвестной силы, которая вызвала смерть 12 человек в комплексе Владимир 30. Борис В., я видел вас во сне. Вы задавали мне те же вопросы, что и сейчас. С вами стоял тот же мужчина. Доктор Григорий Анатон... Атанович. Борис, за мной никто не стоит, здесь никого нет. Нет, доктор, это мужчина... Хочет, чтобы я вам передал, что в оранжевом свете мир выглядит красивее. И просит вас посетить камеру номер 7 в секции 22. Откуда ты знаешь все это, Борис? Твой отец работает в нашем отделе? Нет, Григорий. Я видел это собственными глазами. Я видел, как ты ведешь людей к глазу Бога. Я видел, как горит их кожа и выламываются руки. Я видел кошмары, которым он заполнил их разум. Ты действительно думаешь, что никто об этом не знает? Думаешь, никто не выжил? Он показал нам конец записи. Так, ну что, друзья, вот такую записку, мы очень странную записку прочитали про 12-летнего Бориса, который видит какого-то странного мужчину, который... О! Нет, так, туда мы не пойдем, так, иди-ка ты оттуда. Все, я понял, все, туда нельзя идти, окей. Возвращаемся обратно, все, идем, значит... Вот, давайте пошли туда вот это... А здесь мы, наверное... Да, друзья, нам придется идти туда. Здесь мы не выйдем, здесь тупик. Здесь просто тупик, и нам, получается, нужно возвращаться сейчас обратно. Мне показалось или... Нет, мне показалось. Слава богу, что мне показалось. Так, а, вот, смотрите-ка, у нас здесь есть несколько выходов. Отличненько. То есть, смотрите. Так, где ты? Где ты? Иди сюда. Где ты? То есть, ты стоял у нас там, да? Окей. Тогда, значит, мы пошли вот этим путем. Ага, вот он идет, смотрите. Вот он идет. Тихо. Так. Че, он ушел там? Ну, ушел. Все, погнали. Бежим. Вот еще опять один. Ну, куда? Сколько вас тут... И что теперь делать? Стоп, может нам на него? Нет, он бежит. А вот теперь он бежит за нами. Нет, все. Мы умерли. Все, друзья, мы трупы. Да, все. Ну, это уже, слава богу, не так страшно, потому что я уже, в принципе, привык к этим, к этой анимации, к этому, не знаю, звуку, знаете, страшному такому, да. Поэтому уже, ну, конечно, если он окажется прямо сзади меня и неожиданно напугает, да, то я, естественно... Обкакаюсь, то и наложу кучу кирпичей, да, но... А, давайте выключим фонарик, пробуем это пройти без фонарика. Так, окей, то есть... Где же ты? Давайте попробуем вот как-нибудь вот так вот сейчас пойти, да? Так. Посмотрим, может так получится пройти у нас? Смотрите, опять оранжевый дым! Как было... Написано в какой-то записке, в оранжевом дыму все становится намного красивее, да? Так, окей, я что-то слышал. Даже не думай испугать меня. Даже, что же там происходит? Тихо. Знаете, мне кажется, я не зря сейчас сюда свернул. И... Я слышу какую-то женщину. 21. Блин, ребят, может не пойдем туда? Пожалуйста. Нет. Нет, что здесь происходит? Что это за запись? Что здесь? Ё-моё, ребят, видите, сколько здесь текста? Видите? Если вы читаете слова, кем вы не были, я молю вас, помогите нам. Нас держат в месте под названием почтовый ящик 5. Я не знаю, где это, я даже не знаю, какой сейчас год. Они не разрешают нам общаться ни с кем из внешнего мира. Они закрывают нас в камерах по 4 человека. И вот дюжина таких камер. Они говорят о чем-то, то называют аномалия 7.
Каждый день над нами ставят опыты, изучают, пытают. Я видел, как они убивают людей. Я видел ужасные вещи. Напишите об этом, расскажите всему миру. Они проводят самые худшие эксперименты, которые только можно представить. У них есть камера, которую мы называем камера страха. Не описать словами того, что происходит с теми, кто там оказывается. Некоторые возвращаются, но иными. Будто в них больше нет личности. Других выносят мертвыми. Только немногие остаются в своем уме. Я видел яркие оранжевый свет, который говорил со мной голосами демонов и показывал мне образы, которые хуже любого кошмара. Иногда люди выходят оттуда со сломанными костями, они выходят изуродованными, раздавленными, облученными радиацией бесконечности. Я больше не могу это выносить, избавьте меня от этих видений. Среди нас есть ученый, он сказал, что в ходе их жутких опытов они обнаружили что-то из другого мира. Они пытаются его изучить, а на самом деле это оно их изучает. Он сказал нам, что в мире есть и другие подобные места, и настанет день, когда врата в ад распахнутся. Вам нужно положить этому конец, уничтожить нас, убить нас всех. Центром руководит НИИ природных явлений Российской Федерации. Я увидел это название на пропуске мужчины, который меня допрашивал. Он сказал, что заключенные преступники, убийцы, насильники, грабители. Но это неправда, я ничего плохого не делал. Я всех ненавижу. Они называют нас пациентами. Имен не используют, только порядковые номера. Я пациент номер 73. Даже не понимаю своего настоящего имени. Молю вас, помогите. Сожгите это место дотла. Если это письмо попало за стены центра, или охранница, пообещавшая его передать, сдержала свое обещание, то вы должны что-то сделать. Клянусь всем святым, вы просто обязаны. Мой единственный камерник Антон шепчет мне на ухо, что все будет в порядке. Это оранжевый свет поет голосами сотен ангельских хоров. Антон пообещал мне, что если я внимательно буду слушать пение, то он меня освободит. Но иногда мне кажется, что ничего из этого не существует. Ни тюрьмы, ни решеток, ни врачей, ни Антона. Есть только пугающий, пронизывающий оранжевый свет. Так, окей, друзья. В общем, мы сейчас прочитали довольно-таки много информации узнали, да, все-таки та Анна, которая... О, тихо! Что это происходит, ребят? Что это было? То есть та Анна, да, которая... Смотрите-ка, это... Подождите. Что происходит? Я не понимаю, друзья, что происходит? Ну ладно, пошлите, давайте поднимемся. То есть та Анна, которую нас писали, типа охранница, которая типа сошла с ума, то есть она делала все правильно, и она не сошла с ума. То есть посчитали просто она... Ну я все понял, это в принципе как происходит постоянно, да? Блин, ребят, мне кажется, что сейчас здесь произойдет обвал, и нам нужно побыстрее отсюда выбираться. Я не знаю, куда нам нужно идти, куда нам вообще теперь подниматься, и что вообще здесь происходит. Идем ли мы сейчас вообще в правильном направлении, но давайте же посмотрим, и надеюсь, мы идем, надеюсь, мы сейчас вообще выберемся. Так, мы сейчас получили какое-то открытое достижение с... Так, какое же достижение мы открыли? Вот там палатка, там стоит палатка. Но сделали ли мы здесь все? Все, ребят, мы прошли все координаты. Мы прошли все координаты. Все, мы получается, мы точно прошли игру? Может, мы... Подождите. Здесь у нас что? Здесь у нас что? Я не понимаю, мы прошли игру или нет, друзья? Может, нам стоит вернуться? Я просто не хочу потом опять 20 раз возвращаться обратно. Не, знаете, все-таки обвал сейчас, наверное, какой-то произойдет. Давайте лучше убежим отсюда, да? Все-таки дорога у нас ведет именно сюда, и... Ладно, побежали, почему бы и нет? Так, и что? И куда нам теперь бежать? Я не знаю. И что нам теперь делать? Может, нам нужно вернуться... Я не знаю... Так, что же происходит, друзья, что же нам нужно делать? А куда нам нужно идти, я не понимаю. Нам все-таки мне кажется, что нам нужно будет идти совершенно в другую сторону. Да, мне, вот, наверное, да, все-таки да. Смотрите-ка, здесь у нас что? Нет, здесь мы не поднимемся. Где наша палатка? Вот она сверху, значит, нам нужно подняться наверх, наверное, да? Так, а как мы в прошлый раз поднимались к нашей палатке? Блин, вот-вот сейчас все обвалится, и нам нужно торопиться, наверное. Вот наша палатка. Так. Здесь уже не происходит никаких сохранений, когда мы к ней подходим, и...
Блин. Ребят. Что делать? Смотрите, какой дым там поднялся над скалой. Что нам делать? Что нам делать? Стоп, подождите. Нажимаем Е. Давайте, если что, сейчас просто вернем. А, вот что происходит. Вот что происходит, друзья. Именно туда мы сейчас и пойдем. Наконец-то, смотрите. О, господи, как будто время, оно сейчас становится, знаете, ускоряется. И причем, не знаю, насколько ускорилось. И, судя по облакам, блин, что происходит? Что за аномалия происходит? Это какие-то руны, я не знаю, что это. Так, что происходит? Страница у нас вылетает из нашего блокнота, дневника. Я не знаю. Я надеюсь, это не концовка. Акт 3? Да ладно, ребят. Итак, мы дошли до конца. Ты понял, какую роль играешь в моем плане? Случайно жертв не бывает. Полностью невинных не бывает. Возможно, ты думаешь иначе. Но когда ворота в секцию 22 откроются, в мир явится настоящее безумие. Ты поймешь, что все, что я сделал, было необходимо. Ну, ребят, я вообще даже понятия не имею, где мы сейчас вообще находимся, где мы оказались сейчас, да? Я вижу, что там какие-то у нас деревья есть. Ну и, конечно же, я вижу свет, знаете, как будто свет какой-то в конце туннеля, но там какое-то освещение. Тогда давайте просто пойдем туда, то есть поднимемся сейчас вот на эту гору и, надеюсь, уже там нас ожидает просто конец. Но получается, это у нас сейчас акт 3, то есть мы уже дошли до него и... Концовка уже совсем близко, друзья. Да, концовка уже совсем-совсем близко. Так. Ну и подождите, мы... Ну ладно, мы идем сейчас по дороге, да, то есть... В принципе, эта дорога нас и ведет, наверное, вот туда. То есть к тому свету. Скорее всего, это какая-то палатка, наверное, да. Обычно именно так подсвечаются какие-то палатки. Так, смотрите, вот наши следы. И смотрите-ка, справа от нас идут тоже какие-то следы. То есть мы, наверное, не первые, кто дошел до этого места. И, скорее всего, те, кто доходили до этого места, они просто не возвращались оттуда живыми. И скорее нас ожидает та же судьба. Ну, это как одна из каких-то теорий. О боже, о боже, о нет. О боже, все становится... Все как-то потемнело, знаете, это... Так... Окей. Что же в этой палатке? Происшествие. Так, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Можно там никого не будет? Пожалуйста, пожалуйста. Только бы там никого не было. Пожалуйста. Так, и... Какие-то крики? Что? Что? Подождите-ка. Я надеюсь... Серьезно? Серьезно? Это концовка? Это... Что? Подождите, Что? Ребят, мы прошли наконец-таки игру, но концовка у этой игры, она какая-то... Она очень странная, я ожидал совершенно другого. Я думал, что сейчас произойдет что-то страшное и... Что реально будет что-то крутое, но концовка, ребят, игра очень крутая. Я советую вам пройти ее самим, да, если кто-то смотрел и проходил, ну, по моим роликам, как бы, да, и, ну, не только по им, может, по каким-то другим роликам, да, то пройдите игру сами. Игра очень крутая, атмосферная, и... Но концовка этой игры, она... Она не... Блин, не знаю. Но весь сюжет игры, он был настолько... классным и офигенным, но вот реально концовка, она какая-то, ну, не такая, не как вся игра, не такая, не знаю, может быть, атмосферная, то есть, но зато мы прошли игру, и это хорошо, в принципе, да, и, ну, ладно, ребят, на этом все, мы наконец-таки прошли игру, это, наверное, даже первая игра на прохождение была на моем канале, и которую мы наконец-то, ну, до конца прям прошли, да, вот, поэтому, друзья, надеюсь, вы поддержите меня большим пальцем вверх, надеюсь, вам понравилось это прохождение, вот, и на этом все, с вами был Кофи, и всем пока-пока.